Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал «Футбол – это жизнь» и это очередной выпуск по MyClub. Приятного вам просмотра. Ну что же, нам дали замечательный такой набор, состоящий только из легенд. Одна легенда нам сегодня 100% выпадет. Я бы отсюда, естественно, хотел бы Кройфа. Даже видя, что есть лучший Марадона, хотел бы Кройфа, действительно. 100% черный мячик. Самый худший здесь это 85-й рейтинг Накамура. Самый лучший, ну вы там понимаете, это Марадона 97-й. Но я бы хотел бы Кройфа. Поэтому в любом случае давайте посмотрим, кто нам отсюда выпадет. Итак. Внимание. Посмотрим сейчас, во-первых, правая нога. Там уже такой... Ну, это уже не Кройф и не Марадона. Ромарио, кстати, ну это неплохо, что у него по рейтингу. 91, это уже плюс, это один из лучших там игроков. Поэтому я не знаю, стоит ли нам его оставлять или нет. Посмотрим. Итак, снова нам дали премиум агента. Давайте откроем, посмотрим, что нам оттуда выпадет. Будем надеяться, конечно же, хотя бы на золотой мячик. Потому что оттуда может быть что-нибудь интересное нам и выпадет. Так, мы отправляемся в Россию, вряд ли это точно уже золотой мячик, серебро, Спартак, и это у нас Гулиев. 76 рейтинг, самый максимальный в этом мячике, так сказать. Дингоме еще выпал нам, и Мирзевский, я не знаю, как правильно читается. Итак, нам выдали иконик момент Лионеля Месси, то есть вот 100% нам дадут Лионеля Месси 95-го. Я не знаю, зачем он нам нужен на самом деле, я его действительно только вкачаю. Наверное, там посмотрим в Дебрёйны, может быть. Потому что, ну, сам Лионель Месси у меня есть. Тем более справа, там у него уже рейтинг 101, где-то здесь он 95. Но в любом случае мы его получим. Вот, левая нога, иконик момент. Все дела. Ну, сейчас посмотрим, какой это возраст там. Потому что там же за определенный момент какой-то. Здесь ему 29, это, наверное, когда он в Эль-Классико снял футболку после забитого мяча перед трибуной. Поэтому, ну, в любом случае замечательно. Ну, я так понимаю, за партнерство нам еще дали Альфонса Дэвиса. То есть там 100% черный мячик. То есть это единственный игрок там выпадет, раз он единственный на обложке этого мячика. Просто мне сейчас интересно, какой у него рейтинг. И, скорее всего, я даже его поставлю в основу. То есть мне этот футболист очень нравится, вот Робертсон и Дэвис, вот они два единственных левых защитника, которые мне прям очень симпатизируют. Ну и давайте посмотрим рейтинг. 89-й, кстати, вообще неплохо. Скорее всего, это точно у нас даже в старт попадет. Так, ну и также стали доступны клуб Старс чемпионата Италии, серия А. Поэтому сейчас приобретем один мячик. Здесь максимум это вот Криштиану Роналдо. Ну и дальше, как вы видите, вроде как все... Кроме вот Мореза там, ну и дальше. Большинство игроков из чемпионата Италии. Поэтому в любом случае мы получим трех игроков. Это уже большой плюс. Ну и просто такая небольшая надежда на то, что выловим Криштиану Роналдо. Будет просто интересно. Итак, мы отправляемся в Италию. Замечательно, хотя бы туда. Надеюсь, хотя бы золотой. Хотя бы золотой. Левая нога, это Милан. Я не знаю, кто это. Романьоли. Нормально. Я не знаю, какой у него рейтинг на самом деле. 84, но пойдет. Кто еще? Здесь у нас в мячике Конти и Брунетто. Ну, плоховато, плоховато на самом деле. Итак, сейчас нам стал доступен Криштиану Роналдо. Нам его дают абсолютно бесплатно. Мы, естественно, вкачаем Криша, в самого Криша, который у нас есть в команде. А может быть, сейчас посмотрим, какой из них лучше и оставим лучшего. Но это и так понятно, что вот Криштиану Роналдо 95-й, 35 лет ему, не знаю... Почему нам опять дают бесплатно? Наверное, из-за того, что они партнеры. Поэтому как-то так. Итак, нам дали бесплатно Маркуса Решфорда. Я не знаю, для чего нам это дали. Все-таки это снова же, наверное, как вот нам давали и Месси, и Криштиану Роналдо, и вроде как Альфонса Дэвиса. Сейчас дают нам Маркуса Решфорда из-за партнерства, скорее всего. Ну, потому что это так уже понятно. Из-за того, что именно эти четыре клуба были представлены. Барселона, Ювентус, Бавария и Манчестер Юнайтед. Но мы получаем Решфорда. Итак, не получилось у меня поймать Мбаппе за все это еще время.
Вот. Но сейчас у нас появились вот такие вот замечательные карточки. И здесь есть у нас Неймар. Я готов выловить и постараться выловить Неймара. У нас все-таки 11 здесь игроков. Самый низкий рейтинг 86-й. Это, я так понимаю, ну, за Лигу Чемпионов дали. Вот. Поэтому попробуем сейчас. У нас есть две попытки на то, чтобы выловить отсюда Неймара, который пойдет, скорее всего, на баночку у нас. Итак, поехали. Первый игрок. Все-таки для меня это очень интересно. Итак, мы отправляемся в Францию. Ну-ка, пожалуйста. Правая нога, и это вратарь, и это Кейлор Навас. Но это близко. Это близко. Может быть, все-таки он там по связям и Неймара позовет. Ну что же, и последняя попытка, потому что монет Майклаба не так уж и много. Но будем верить, что у нас получится выловить отсюда Неймара. Итак, отправляемся мы. Ну нет, здесь уже это Англия. Там, я не знаю, ну Трент Александра-Арнольда можно было бы. Но это как раз он. 92-й, и он залетит, скорее всего, ко мне в команду. Не помню, был ли он у меня сейчас. Не помню, кто у меня справа в защите. Но вот эта связка, что слева у меня был Робертсон. Правда, сейчас там вроде как Дэвис стоит. Ну а справа будет Трент. Но это супер. Итак, нам стал доступен золотой игрок. Гарантированно 100% там будет золотой игрок один, я так понимаю. Но теперь интересно просто какой. И вроде как в процентовке там даже нет на черный мячик. Ну, мы отправляемся в АПЛ. Замечательно. Это вратарь, еще, я так понимаю, левая нога. Руй Патрисио. Ну, прокачку уж точно пойдет. Ну что ж, друзья, большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну, а с вами был Андрей, канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания.